У меня есть шаблон для ускоренного производства дихотомических переменных из категориальных. Он у меня выложен уже на сайте. Дихотомизатор. В него нужно вставить имя переменной, вставить частотную таблицу с кодами, частотную таблицу с расшифровками кодов. И здесь уже готовы команды для синтаксиса SPSS. Синтаксиса SPSS. Но мой дихотомизатор работает только с numeric переменными, а country у нас string. Поэтому мы через automatic recode перекодируем country в numeric. Вот результаты перекодировки. 29 стран в алфавитном порядке перекодированы. Итак, Россия у нас, допустим, Израиль 16, Россия 24 и Германия 7. 7, 16, 24. Я ограничиваю мою выборку только этими странами. Запускаю описательную статистику по странам, по новой переменной, которую создал. Копирую в дихотомизатор. Вот, собственно, расшифровки кодов. Теперь нужны сами коды. Для этого нужно запустить syntax, new syntax, и поставить команду set tnumbers values. Вот эту команду надо запустить. Заново перезапустить описательную статистику. Мы получаем коды, а не расшифровки кодов. Имя переменной. Все, дихотомизатор готов к работе. Три строчки в моих таблицах. Следовательно, здесь три строчки я выбираю из 10. Мой дихотомизатор предназначен для 10 категорий максимум. Вставляю SPSS, вставляю execute, и первые три строчки пониже.